Александру Власенко, известному в Славутичи и Днепре культработнику и режиссеру, на этой неделе исполняется 55. В Славутич Александр приехал в 1991 году и работал главным режиссером киноконцертного комплекса, а позже директором киноконцертного. Создал один из лучших славутических театральных коллективов «Пилигримы». Вместе с театром неоднократно ездил на всевозможные конкурсы, в которых становился и лауреатом, и победителем. Сам как магнит притягивает людей. Если он уйдет, театра уже не будет. Режиссеру театрального коллектива Александру Власенко удалось собрать интересную труппу из начинающих и опытных самодеятельных артистов. Но я стремлюсь, чтобы мизансцена и действия актера были образными, то есть несли какую-то ассоциацию, которая бьет в сердце зрителя. Мы не нужны на сцене, если не поймет нас и не заплачет, не засмеется зритель в зале. Поэтому я пытаюсь в своих постановках научить органически действовать, органически, эмоционально воздействовать на зрительный зал, нести образ мысли, образ чувства, который проникает глубоко. Не просто изображать, вот я сейчас люблю, вот ля-ля-ля-ля-ля, нет. Я люблю, так я даю, что ты... Плевок в зрительный зал, через партнера, естественно. Он шьет костюмы, сам пошил костюмы. Вот вчера вы видели, вчера как великолепная сценография, великолепные костюмы. Он сам шьет, сам декорацию делает и сам разрешает. Он ищет образность. Вместе с «Пилигримами» они поставили несколько десятков спектаклей. Среди них, пожалуй, лучшие – это «Маленькие трагедии», «День радио», «Ревизор». Театр-студия «Пилигримы» был неоднократно признан лауреатом всеукраинских и международных конкурсов. Такой успех пришел к театру-студии в первую очередь благодаря удивительно талантливому режиссеру Александру Власенко, который покоряет своим искусством большие театральные города Украины. Я взагалі дивився виставу і думав, що це професійний театр. І у мене було враження, що це рівень надзвичайно високий, рівень столичний, європейський, чудова робота, режисерська робота чудова, актори кожен грудничиться взагалі супер. Я отримав величезное задоволение. Мы с нетерпением снова будем ждать встречи с Народным театром студии «Пилигрим». Ведь так мало человеку для счастья нужно. Александр Власенко поставил не менее 4 десятков общегородских концертов и городских праздников, в том числе и юбилеев города. А срежиссированный Александром концерт «Славутич наш Дим» побывал на показе в Киеве в Украинском доме. Александр умудрялся работать одновременно и в Славутичи, и в Днепре, и даже в родной Ичне. Преподавал в Днепровском колледже и в Киевском институте культуры. Через его мастерские прошло около 600 студентов. Власенко как Фигаро. Сегодня здесь, завтра там. Не совсем ему было комфортно. Часто высказывал свои точки зрения, причем резкие относительно коллег по работе. И не любил лицемерия. Одной из последних его работ в Славутичи, буквально за несколько дней до начала карантина, был театрализованный митинг «Реквием» в память Небесной Сотни. Александру Власенко 55 лет. За последние годы он стал более выдержанный, более мудрым. Поздравляем Александра и желаем ему творческих успехов и новых работ в Славутичи. А всем остальным зрителям рекомендуем в четверг в 19:00 посмотреть его режиссерскую работу, концерт «Славутич наш Дим».